За расхищение народного имущества 10 лет. А чего ты расхищаешь-то? Подумаешь, раз в год гнилье какое-то принесет и газет читать не может. Тюрьма ему снится. Хе, дура какая. Вот другие заведующие несут, несут, несут. Ставить некуда. Это твое? Мое. Откуда? Оттуда. Однако я поражаюсь твоему спокойствию. И знаешь, Шурик, как-то даже вот тянет устроить скандал.